Около 2 часов назад вновь произошла авария на перекрестке улиц Лакина и Куликова. Напомним, недавно здесь был установлен новый светофор, который, управляя автомобилем Hyundai, снес 22-летний муромлянин. На этот раз столкнулись автомобили Рено и мотоцикл. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. По предварительной информации, пострадал мотоциклист. Его госпитализировали в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.